Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! И в этом выпуске у меня есть для вас нечто особенное и очень перспективное. Но чтобы все это понять и узнать, предлагаю вам не переключаться и досмотреть этот выпуск до конца. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы это еще по каким-то причинам не сделали. Но прежде чем я начну сам обзор нового проекта, предлагаю взглянуть на один очень интересный сервис-агрегатор для инвесторов в DeFi, использующий автоматизацию для того, чтобы максимизировать прибыль от yield-фарминга. И называется этот проект Earn Finance с его токеном EFI. Надеюсь, многие из вас уже успели обратить внимание на стоимость данного цифрового актива, которая в среднем варьируется в диапазоне 30 тысяч долларов. При этом с его незначительной суммой общей поставки всего в 36 666 токенов и суммарной рыночной капитализацией более чем в 1 миллиард долларов США. Уверена, у многих из вас невольно закралось желание иметь при себе такой классный цифровой актив. А что если я вам скажу, что у вас есть возможность приобрести копию этой монеты, то есть с таким же потенциалом, только вот по стоимости менее чем 50 долларов за монету? Заинтриговала? Если да, то, дамы и господа, рада вам представить InPoCoin – международный нематериальный постоянный актив, который был создан на автономном протоколе генерации доходности и ликвидности. Но что это значит, быть может, спросите меня вы, на что я отвечу. Это значит, что каждый раз, когда кто-то покупает InPoCoin, общий объем предложения снижается, и держатели получают вознаграждение. При этом абсолютно каждая транзакция создает ликвидность, которая автоматически блокируется. То есть суть владения InPoCoin очень проста. Все, что вам нужно, так это купить себе InPoCoin и держать его на кошельке, в результате чего вы автоматически будете получать вознаграждение за каждую транзакцию. И что самое приятное из всего этого, вам не нужно будет заниматься фармингом, отправлять что-то в стейкинг или же заполнять какие-либо другие формы заявок. Ведь с InPoCoin все будет происходить автоматически, так как взимая 5% с каждой транзакции, протокол будет делить эту сумму на 2, то есть по 2,5%. Где первая часть в 2,5%, я напомню, будет безвозвратно сжигаться, а вторая отправляться в пул ликвидности на PancakeSwap, который заблокирован сроком на 5 лет до 2026 года. Таким образом, чем больше InPoCoin вы будете хранить у себя на кошельке, тем больше вознаграждений вы будете получать от производимых транзакций. Кстати, еще одним не менее важным элементом во всей этой механике занимает еще и общее количество монет, которое изначально составляет всего 50 тысяч InPoCoins, которые постепенно будут сжигаться, и сжигание становится на 37 тысячах монетах. И если раньше цена токена стоила чуть больше 1 доллара, то сейчас она уже не раз пересекла отметку в 50. Сейчас же цена вновь набирает обороты, поэтому данный момент можно считать максимально удачным для покупки. Кстати, о покупке. Приобрести InPoCoin можно уже прямо сейчас на PancakeSwap, используя для этого свой кошелек MetaMask или же Trust Wallet. При этом не забывайте указывать проскальзывание от 5 до 10%, чтобы ваша транзакция обязательно выполнилась. Однако, несмотря на все это, PancakeSwap не единственная биржа, где вы можете приобрести InPoCoins. Вовсе нет. Ведь InPoCoins можно приобрести себе на таких биржах, как OneEach, Azbit, CoinsBit, Bitkratik, MintMe и LocalTrade. В будущем же этот список будет однозначно пополняться. Так, например, совсем скоро, а именно 15 октября, InPoCoins будет залезен на биржу Index, что я считаю очень здорово. Да и вообще, следующая неделя для InPoCoins будет очень насыщена на события и многочисленные листинги, потому что на следующей неделе данная монета будет добавлена на CoinGecko и CoinMarketCap со всей своей информацией и рыночной капитализацией. Поэтому обязательно подписывайтесь на их Telegram, чтобы оставаться в курсе всех самых последних новостей и обновлений, так как потенциал у InPoCoin действительно огромен. И если он будет всецело придерживаться своей дорожной карте, то кто его знает, быть может, уже к концу этого года его цена достигнет и 1000 долларов. Так что, дорогие друзья, переходите по официальным ссылкам проекта, указанным в описании, и знакомьтесь с InPoCoins более подробно. Ну а я, по возможности, порадую вас их свежими новостями и обновлениями уже на следующей неделе. А чтобы не пропустить это видео мимо себя, обязательно подписывайтесь на мой канал CryptoLady и активируйте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех самых свежих публикаций. Что ж, а на этом, пожалуй, все.
Как всегда, была рада поделиться с вами чем-то новым и интересным, поэтому искренне благодарю вас за просмотр и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска. Отличного всем дня, удачи и пока-пока!